Давай, Макс. О, супер. Я быстрее. Все, спасибо. И улыбки. Спасибо. Саша, от вас расходится. Ну что ж, дорогие друзья, как обещал, сейчас во всех подробностях то, что будет у нас сегодня происходить. Еще раз добрый день, я рад приветствовать вас сегодня по футболу FIFA 2018. Эстафета Unified Watch – один из элементов компании, которая включает в себя еще строительство инклюзивной инфраструктуры и проекты по социальной интеграции подростков с особенностями развития. Цель компании... Конечно, полчаса игры, дорогие друзья. Всегда ждем мы голов. Вот команд. Получится ли что-то сделать? Посмотрим. Пока что красные в обороне играют здорово. Вот рация. Олег Перецкий. Боли штрафную. Но вновь отбивает. Не поверьте. Им приходится не просто, но вот как раз наши Unified Watch созданы для того, чтобы у ребят была возможность наравне с такими легендами футбола, как Марко Матерацци, как Дмитрий Радченко, с известными артистами, такими как Зара, другими известными спортсменами, политиками, бизнесменами. Make it easy to see. So we can
футболиста в легенде ФИФА Марко Матерасе. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare per l'opportunità che mi avete dato di stare qui tra voi, tra tutti, volevo ringraziare Coca-Cola per aver organizzato tutto questo evento, questo tour e questa voglia primordiale di essere qua con voi. Come ho detto da prima, è una grandissima opportunità per tutto il paese per sviluppare, per riunire, per dimostrare a tutto il mondo siete grandi e poi поверить. Но для меня было огромной честью играть не только с выдающимися людьми нашего города, планеты, но и с юными спортсменами. И я вот смогла пообщаться с тезкой моего сына Данилом Сергеевичем, правда, у меня Иванов, а он Михаил. И это оказался не только классный спортсмен, но и юный спортсмен с большим добрым сердцем. Давайте творить добрые дела и болеть за красивый футбол. Спасибо! Спасибо большое, Тана. Ну и сейчас я попрошу наших почетных гостей подойти главного традиционного мирового футбола. Ну а мы с вами, дорогие друзья, сейчас вместе будем ходить в историю. Давайте вместе обратный отсчет. Награждается Игорь Васильев.